В настоящее время подписаны документы о вводе в эксплуатацию жилого дома 1Б в жилом комплексе Снегири. На этой неделе в администрации города Кургана планируется подписать распоряжение о вводе в эксплуатацию дома в жилом комплексе «Аврора» и дома 1А в комплексе Снегири, которые строятся с МУК АПД. 8 февраля на заседании рабочей группы под руководством первого заместителя губернатора Виктора Сухнева сообщили, что дома 2А, 2Б и 2В практически готовы. Осталось установить счетчики и противопожарные двери, после чего можно будет оформить соответствующие документы. По словам Виктора Сухнева, «Аврора» полностью готова, отопление включено, все в рабочем состоянии. Также готовы к сдаче дома 1А и 1Б комплекса «Снегири». По поводу других домов комплексов Виктор Сухнев сказал, что у них остались незначительные однотипные замечания, такие же, какие были на готовых объектах. Опыт их устранения у подрядчиков имеется. То, что касается всех комплексов остальных, которые есть, Снегири, 2Б, А и Апельсин, то работы ведутся, и до 1 марта все работы должны быть завершены генеральным подрядчиком. Также в совещании приняли участие заместитель губернатора, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов, представители ресурсоснабжающих организаций Госстройнадзора, генеральный директор предприятия застройщика Павел Жданов, а также председатель комитета по архитектуре и строительству Курганской области Юрий Выродов. Насколько я знаю, заключение было передано в город для подготовки распоряжения о вводе объекта в эксплуатацию. Сергей Великоиваненко, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».